Раз, два, тянемся, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сегодня мы боремся за здоровый образ жизни и собственным примером проводим общую зарядку, снимаем отличный потрясающий ролик о Самаре и о деятельности общественного совета при ФСКН Самарской области в рамках проекта «Пусть всегда буду я», когда мы работаем с молодежью, показываем ей альтернативный образ жизни, альтернативный вредным привычкам, деструктивному образу жизни. Сейчас акция приобрела несколько иной характер. Почему? Потому что в нашей команде очень много ребят еще из районов и городов области. Это здорово. То есть мы становимся одной единой командой. Командой, которой, девиз которой «Здоровым быть здорово». Зарядка нужна человеку для того, чтобы он был красивый, стройный, чтобы ему было легче дышать. А то ведь если человек курит и не занимается спортом, ему труднее дышать, он бегать не может. Ну вот он не может участвовать в спортивных мероприятиях. Молодежь – это наше будущее. Молодежь легче всего поддается влиянию, как положительно, так и отрицательно. Поэтому в первую очередь, конечно, мы должны влиять на их души, на их головы, чтобы они понимали и делали для себя правильный выбор в жизни. Мы спорт любим, что мы к нему призываем, что мы хотим, чтобы наша молодежь, и не только молодежь, а все абсолютно слои населения, занимались физкультурой, спортом, любили спорт, занимались своим здоровьем. Я думаю, что это вот приоритет направления нашего мероприятия. Это очень вредно – употреблять наркотики, курить, употреблять алкоголь. То есть это очень вредно для нашего организма. Мы не должны этого употреблять. Зарядка хорошего, молодость, позитив, движение. Сама люблю движение. С детьми с удовольствием и танцую. Даже вот музыку включили. Не стоим на месте, не отдыхаем. 18, 19, 20!